Тони, то, что он погиб, не повод сдаваться. Кто сказал сдаваться? Мы перекладываем ответственность за свои действия на кого-то другого, стороннего. Прости, Стив, но как-то это чересчур самонадеянно. Речь идет об Организации Объединенных Наций, не о ее Совете Безопасности, не о Щите и не о Гидре. Которые тоже люди со своими интересами, и они переменчивы. Так вот потому я и здесь. Когда понял, на что способно мое оружие не в тех руках, то сразу же прикрыл производство. Тони, но это был твой выбор. Если подпишем, выбирать нам уже не придется. Что если нас отправят куда-то против нашей воли? Или жене пошлют туда, где мы нужны? Пусть мы несовершенны, но надежнее нас нет никого. Не подпишем, нас заставят. Договор нам навяжут.